Азербайджан – это независимое суверенное государство. И Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать? Это первое. И второе. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал территории, которые он считал Азербайджан, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией.